Вон, Лиза! Иди сюда! Лиза, ты у нас не была там? Я была. Была? Она с Сережей маленькая. С маленьким, да. Ну, давайте к нам пойдем в гости. Посмотрите, какие у нас голуби прекрасные. Давай. Ты входи. Да, вот так. Посмотрите, какие у нас красивые. Вот они красивые. Нет, это не крапива. Вот она крапива. Вот это крапива. Так, давай шире шаг. Шире шаг. Быстрее давай иди. Быстрее, быстрее. Что на пятки наступлю сейчас. Вот. А я вас буду отправлять. Вот он крапива. Еще, дядя Володя. Надо, наверное, как-то это решиться здесь. Кто первый лезет, кто второй? Ты первый. Давайте. Давай. Откуда снимать будешь? Открой сначала. Не то, чтобы никто не вылетел. По лестнице вы открываете? Да. Умеешь лазить? Да. Ты не упадешь? А ты не умеешь лазить? Нет. Нет, она стой здесь. Да он умеет, умеет. Нет, не умеет, не умеет. Не надо упадать. Раз не хочешь. Держи, как потихоньку. Да нет, не умеет. Держись крепче. Значит, ты не смотри, когда девочка лезет туда. Отвернись. Как залезет, скажите, залезла. Вторая лезет. Держись двумя руками. Поторопись. Лезь. Потихоньку. Залезла. Как залезет она, тогда ты. Там что не вылетел никто. Давай. Так, надо. Ну, давай. Вот ты будешь лазить, подожди нас здесь. Ты маленький, так он не упал. Туда опасно. Давай, давай. Лезь, а ты тут сидишь. Стой тут и жди нас. Когда он не умеет, мне зачем его сделать? Он говорит, я лазить не умею. А это опасно для него. Вон он, Варлам остался один. Не дай бог упадет, это тогда плохо. Хуже некуда. Ну вот давайте посмотрим. Видите что? Подождите. Это вот где пшеница. Видите, сколько пшеницы? А это мышки висят, чтобы мыши не завелись. Мыши бегают, всегда бегают. Это голубям, да, под ногами поставьте. Вот. Вот теперь посмотрите. Вот, глянь, не зародется что-то. Вот. Смотри, какие голуби. Красавцы. А они у вас где несутся? Что? Они у вас где несутся? Несутся, а вон гнезда-то вверху. Ты видишь, вон два гнезда? А вон третье. Mm-hmm. А вот сюда повернись, вон четвертое. А там здесь голубенок сидит, да? Ну да. А вон там дальше все. Вон, смотри, сколько гнезд. Вон на полу. Они на полу несутся, посмотри. Вот гнезда. Вот, видишь? Вот тоже гнезда. Вот гнезда, видишь? Да. Пощупай, не, теплая? Теплая. Не надо трогать, только пощупай. Теплая? Да. Это означает, она сидела на них. Пощупайте. Очень. Вот. Вот давайте это теперь. Что, голуби задраны? А это непонятно, что он. Да, видимо, ну, крыса, может, попала, погубила. А крысы вот едят? Они пошли где. Есть. А это мешки с пшеницей. Видишь, как повешено все. Ага. Крыса никак не возьмет, мышь не дойдет. И вот здесь они питаются, оно подвешено. А никак мышь не попадет. А как не попадет? А чтобы в проволочку голубь не ударился, то грязная палочка. Палочка. Видишь, как все? Это любовь. Если ты не любишь голубей, у тебя они и водиться не будут. Под разными причинами их не будет. Голубь — это радость, дает хорошее настроение. Голубь — это единственная птица, о которой говорится, Бог сотворил все, но из птицы избрал голубя, из птиц. Вот, и скотины, овечку, из всех народов, иудейский народ, евреев, благословенный народ. А у вас их сколько? Сколько здесь? Ну, 30 с чем-то. Вон они сидят вверху, видишь как? Да. А там воробьев-то куча какая. Приблизь, вот отсюда ко мне подойди. Воробьев-то увидишь, сколько их там. Угу. Это вот
Мы сегодня ночью придем. Сейчас у меня закрыто, и начнем от воробьев избавляться. Как? А вот вопрос стоит как. Как они едят, едят. Нету как от мышей избавляться. Нет голубей, у вас наоборот. Появились мыши, а я от голубей избавлюсь. Мыши виноваты, а не голуби. У вас все как не так делаете. У меня появились крысы, но я его уничтожил, нет крыс. Появился хорек, я его поймал, уничтожил. А голуби живут. Они залезли, у меня однажды всех голубей погубили, там хорек. Голубь не виноват в этом. Мы построили другую голубятню. Там у меня вторая голубятня, увидите. И туда больше 10 лет ни один хорек не залез. А здесь мышки бегают, но они всегда бегают в саманный дом. Они я бы их мог потравить всех, но, видимо, отравленная мышка упала. У нас серка съела, и она сдохла, кошка. Поэтому травить опасно. Они так где-то. Они пшеницу у меня не могут достать. Голуби вон где. Вон они сидят какие. У них, видишь, как на голове козырек какой. А ну-ка, идите сюда. Знаете, спрашивают, а мыши едят яйца? Нет, не трогают. Не видал даже. Крыса, да. Крыса даже яйцо куриное утащит. Хвостом прижмет к себе и тащит. А как, зачем они? А? Они съедают их? Не понял. Они съедают их? Ну да. Крыса все проедает. Орехи даже грецкие, вот такие орехи грецкие оставь. И она дырочку прогрызет, и оттуда все достанет. Я вернулся домой, у меня на палате только треск стоит. Ну что кто трещит-то? А полез, они орехи раскатали все, и дырочки в них проедают, и выедают внутренность. Потихоньку сразу заходите. Вот это им вода. Вон тазики. Один тазик показалось у меня протекает. Но он не протекает. Я поставил тазик в тазик. Голубь-то не виноват. Вот смотри, сколько у меня кириков-то здесь. Посмотри, сколько повешено. Это же мешки. Под каждым колпаком два мешка. Это любовь. Так у меня вторая голубятня, а в городе третья. Я их люблю. Только потихонечку так задевайте, потому что тут проволочка тоненькая. А кто не любит голубей, они у него не будут водиться. Лучше свинью держать будут. Свинью. Сало, от мышь. А от голубя-то ничего, кроме доброты. У газеты была «Алтайская правда», там написано: у злого человека голуби не водятся. У злого человека голуби не водятся. Я не говорю, что если нет голубей, человек злой, но такая статья была. Я с детства люблю голубей. Вон они сидят. Посмотри, вот отсюда, Володя, зайди. Потихоньку. А как? Потихоньку дальше не ходите. Вот, да. Вот так, встань отсюда. Вот и как они в ряд выстроились-то хорошо. Вон они где. А там вверху-то, вон, видать, воробьи над ними в ряд выстроились. Вот. Я их вижу. Видишь воробьев? Да. Вон они полетели сколько. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7. Ну, около 10. Сегодня ночью мы их всех поймаем. Мне кажется, вот больше они тут не будут. Не голуби виноват, а воробьи лезут. Мы в прошлый раз пришли, сразу 14 голубей, этих воробьев отдали кошкам. Все, еще нет, сегодня точно так же. Мы обязаны смотреть. Ну, волк появился, овечек режет. Что делать? Волка уничтожает, но не овечек. Не уезжает с этого места, а я не буду здесь жить, тут волки. Для этого ружье есть, охотиться надо. Ага. Вон они какие голубки. Види, какой у него щупчик-то какой. Ага. Видишь? Да. У них у всех щупчики. Вон какие красавцы. А зачем им щупчики? А когда их вот не трогают, они одни, как они воркуют. Ты слышал? Вот да. Воркуют, нет сейчас? Ну, немножко. Ну, это видишь, беспокоит. О. Я хочу, чтобы все любили голубей. Голуби – это чистота. Даже Дух Святой только в виде голуби сошел. Вон как. Гляди. Вот, допустим, человек делает зло. У него фамилия такая же будет. Голубев никогда не было, чтобы плохой человек. Даже фамилия. Нету его? А вот Ежов, ежик. Ежов – это палач был. Это так уж... У них крылья, у них крылья вот. Большие прям. Да, ну пошли теперь. Вот. Дядя Володя вот по этим доскам ночью будет с фонариком пробираться и воробьи убрать. И мы их будем в корову сажать в банку и домой. А там кошки ждут их. А воробьи не будут улетать в люди человека? Воробьи? Ну другие это будут. А куда вылетать будут? Они сейчас закрыты у меня.
Я утром пришел, они сидят уже, едят. Но они могут просто перелететь. А куда? Они ночью уже не видят. А куда? Ночью, они только вверху садятся, а мы с этим фонариком потихоньку подкрадываемся, на лесенка. Вот лежит лестница, мы поднимаемся и по этим вот идем. Вот видишь у нас, посмотри, какие переходные сделаны. Специально, через все, сделай прям, покажи через всю голубятню. Знаете, тигры? А я слышу, пчельчика. Да. Это пчельчик есть у нас. Да, я привез такие, да. Привез такие, которые внутри, что ли. Все, пошли. Господи, давай сейчас помолимся здесь. Поблагодарим Бога. Вы откуда приехали? Из Томска, да? У вас сколько в семье детей? Приехали, да? Получается, что это девочка, сыночка? Да. И как вас так понравилось? Потом Герман идет, потом... Второй кто? Герман. Герман. Второй Герман, первый Захар. Дальше. А третий я через... София. Как? София. София, потом? Нина. Кто? Нина. И Еля? Нина. Нина, Нина. Нина, Нина. Нина, Нина. Телефон. У вас телефон. У меня телефон, ну подождите тогда. А потом Сережа. А Сережа стоит там, дома? Ну, он гуляет. Ну, там с Лизой гуляет. Говори. Да. Давай. Кого? Баран-то? Ну, я уехал когда. Куда он ушел-то? Не знаю, куда он ушел. Я видел его около склада. Он передо мной впереди прошел и зашел, где овечек днем загоняете. Туда зашел. И больше я его не видел, я уехал на службу. Куда-то, может быть, он пошел на пиццу или в степь к овечкам, где-то он есть. Но он ногу одну почти волочит. Левая задняя, напухшая. С Богом. Я сказал, барана, ребята, это еще где. Ну а я его куда бы барана-то ловить пошел? Он не мой. Ну вот такое дело. Посмотрели? Пойдемте. Сейчас потихонечку. Видите, это вода. Я приношу им воды с собой наливаю. Я им одно время не наливал, они стали летать на пруд. И ястреб там сядет в ветках и сидит. Как только они прилетят, он хватает, утащил. Поэтому я их не стал туда пускать, отучил. А то они сами у меня летали далеко, на тот пруд, на этот летали. Потому что на поле летали, а мне что, кормите, ястребу. Не торопитесь здесь. Сейчас мы придем, сейчас отойди в сторонку. Потихоньку. Вот так вот, смотрите, вот так вот держитесь, а потом двумя руками, вот так вот потихонечку, двумя руками вот так беритесь, смотрите. Внимательно, Софья, гляди, вот так вот, раз, опять шагнула, и опять руками, опять, вот так вот шагайте. Все, давайте потихоньку. Ты первая, вот туда, становись на это вот. Им будешь помогать. Вот спустись на деревянную лестницу. Уйди. А они пускай спускаются. Она крепкая. Да, да, крепкая. Деревянная крепкая. Вот здесь, стой здесь, стой здесь. А они пускай спускаются. Давай, спускайся. Так, как поддерживаем. Давай, потихоньку. Сперва девочки, девочки, сперва. Спускайся. Держись крепко, не бойся. Да. Молись про себя и все. Давай. А вот вдалеке так красиво. Вдалеке, да, красиво тут. Папа, это я. Еще давай. Вижу, вижу. Не торопись. Потихонечку, с молитвой. Давай. Антисад, давай, слезай. Хорошо, становись. Вот так. А деревянная крепкая? Да, обе крепкие. Ну ты лучше по железному. Где там мальчик-то? Давай. Стёп, давай, слазь. Держись руками, поворачивайся. Не торопись. Потихоньку, потихоньку. С молитвой. Мы сейчас помолимся здесь, поблагодарим Бога. Видишь, как хорошо здесь. Так.
Ты маленький еще, не умеешь лазить, я побоялся за тебя. Папа был, он тебя сам занес туда. Кого спрашивать? У него ручонки там нарочно шли. Вот так. О, это Рафин, держи, это хорошо. Да, у вас хорошо. У него получается это хорошо. О! Все, я говорю, закрывай. Так вот, благодарим Бога, у нас Господь любит. Господи Боже наш, слава Тебе! Благослови это место и всех, кто строил его, Петра и Евдокию, семейство их, и гостей наших благослови, родителей их, и чтобы здесь приходящие освящены были Твоим присутствием, сохрани от несчастного случая местности, от пожара, от воров, от нечистой силы. Помоги нам, Господи, устроить здесь все, как Тебе угодно и с трудом, ибо ученики Твои были рыбаками. Хвала Тебе, наш Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну, вы пожили здесь, вам понравилось здесь? Да. Хорошо, правда? Да. Воздух чистый. Пойдем. Пойдем, Марлюк, к нам. Пойдем. Варлуша, Варлуша. Варлуша, вперед. Давай, Варвар, иди сюда. Я покажу вам что-то. Где девочки? Ладно. Вот смотри. Я, когда голуби летают, я их пугаю, чтобы они летали. Вот шест специально. Вот так вот помашу, а они еще выше летят. А я кричу... Я могу свистеть, они летят, красота-то какая, небо, облака, небо синее, голуби белые, как хлопья ваты везде, вот они. А когда залажу туда, то я кричу гули-гули-гули-гули-гули-гули. А сегодня я их закрыл, их нету, и вот я их гоняю, видишь, какой шест, его поднимать не надо, он высокий, вот, голубей гонять. У меня голубей гонять, на каждой голубятне такие шесты, пошли. Вон полетел он. Вон он, полетел. Этот. Тут черный голубь один. Он свил, он там гнездо внизу. Так, закрывайте его с собой. Это дикая голубка. Да, да, я знаю. А? Это дикая голубка. У нее был раньше этот, ну, самец, но он потом исчез куда-то. Исчез. Я их за ними наблюдала. Вот она у нас свила опять гнездо. И опять вывелись у нее двое там. Прямо на железке. На железке. Мы ее оставили, да, потому что у нее хохолок есть. А вон гости идут. Что-то без ведра идут, я ведро жду. Экскурсия сегодня у нас была. Вы хотели слазить сюда? А? Сюда слазить. Пожалуйста, нет. Ведро мы отдадим потом вам. Ну, нам и занятие принесешь. Ну, конечно. Ну, давайте, идите, пожалуйста. Может, оттуда посмотришь и далеко увидишь. Сейчас говорят, Германия может выйти из Шенгена. Да. Да. В вовремя все как было. Надоело им уже быть. Ну, наверное, всякая шушера едет. И... Там наплыв туристов, она вот новости смотрела по-французски. Иммигрантов в Англию, где вот этот пролив Ла-Манш, что они там скапливаются. Там вообще что творится. В Германии тоже с Македонии едут. Из Македонии в Германию много едут. Мигранты. Да, я знаю. Количество какое. Он, может быть, ушел в это, в табун, в Атару. Ну, может быть. Ну, так, нету. Ты не забывай, что где коровы, все развалилось. Андрей приходил, тут маленько подправили. Ограда вся та упала. Надо что-то делать будет. Развалилось. Миля-то сколько у вас? Ну что? Ну, я карман. Соединяйся. Курсия у нас была. Ничего, нюхать. Ты там-то не была ни разу на голубе? Давно. Все, мы пошли, Витя, ты все знаешь. Пошли. Ты хоть раз был на голубятнике? Был. Было, а там? Там тоже был. Пойдемте. Там посмотри, как товарищ да. Нормально. А мне да. Вот так. Да где-то его видят. Кого? Ну куда? Ушла? Она же ушла с того, где них
Леотара добывали. Местная ФСБ.